У нас тоже сейчас появятся на сцене. Да, вы знаете, насчет трудовых резервов. Дело в том, что уже почти год прошел, как Вести Алтай, вернее, не Вести Алтай, а ГТРК Алтай, стал ковать свои трудовые резервы, вернее, творческие. Все вы, конечно, знаете о музыкальном проекте ГТРК Алтай. Поверь в себя, уже совсем скоро, буквально через полтора месяца, стартует второй сезон. А сейчас мы хотим пригласить на нашу сцену самую юную участницу первого сезона музыкального проекта «Поверь в себя». Она покорила сердца всех зрителей в зале, всех телезрителей Алтайского края. Ну и мы, честно говоря, влюблены в нее просто по уши. Так что готовьтесь, сейчас вы тоже начнете влюбляться. Встречайте на нашей сцене Кристина Сивкова, «Камень на Оби». И джентльмены, удачи, Льва Шапира! Поехали! Дождь идет с утра. Надо, чтоб люди точно знали, нет основания для печали. Завтра будет лучше, чем вчера. Прекрасная юная барышня! Специально из «Камня на Оби» она приехала сюда сегодня. Давайте еще раз поблагодарим Кристину и ее помощников, прекрасных бэк-вокалисток. Мы продолжаем. Как же повезло жителям!